С самого утра в детском парке на улице Сосина собрались юные велосипедисты и их родители, чтобы начать день активно и с пользой. Каждому, кто пришел на велопробег «Ветер в колесах», раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. А чтобы взбодриться и разогреть тело, ведущие мероприятия провели для ребят утреннюю зарядку. В этом году традиционный детский велопробег сменил локацию. Стартовали всегда на площади имени Ленина, да, на проспекте Музрукова был велопробег. И с этого года мы решили детский велопробег переместить в детский парк, да, чтобы дети были в детском парке, но на велосипедах. Порядка 150 участников проехали по дорожкам парка Сосина. В празднике участвовали и совсем маленькие велосипедисты. Мамы и папы поддерживали своих детей, снимали на телефон, а некоторые родители помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. После велопробега юных гостей парка ждала развлекательная программа из настольных игр на любой вкус. Мне очень понравилось кататься. Я сначала думала, что не смогла, а потом мне помог папа, и я покаталась хорошо. Мне очень понравилось. А тебе? Мне. А вот я катался, и я думал, что у меня не получится, но папа мне поделся, и мне очень-очень понравилось. Почему вы вообще пришли сегодня кататься на велосипедах утром? Чтобы размяться. А ты? Чтобы кататься. А почему нравится кататься на велосипедах? Спасибо за праздник. Нам подарили вкусняшки и шоколадки. Угу. Мы катаемся. В чего еще играли? В шашки. А ты что делала? Она тоже в шашки играла. На финише все дети получили сладкие подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, служба новостей Саров, 24.